Здесь все серьезно. Ты вообще рот свой закрой. Тебя мало в красный цвет покрасить. Блин, когда это было? Надо тебя в голубой покрасить. Да, ты что? Никак не понимаю. Да. А что в Пашке больше? Его знаешь, какой он? Нету ж нахуй. Чего он цвет его? Я после него заебался чистить. Ей-богу. Красить нахуй. Черный цвет, что ли? Ты на него сколько краски вылил? На кого? На него. Ты на него сколько краски вылил? Я заебался чистить потом, блядь, машинку. После него, после стрижки. Что, серьезно, что ли? Ну нафиг. Ты водочку будешь, что ли? Вот лучше половинку водки выпить, чем, блядь, а я тоже. Ноль пяшка, ноль пяшка. А я тоже полстопочки выпил. Правда, что ли? Ага. Шампанское. Тебе, если, тебе сегодня не хватило, да? А ну дышаться не хватило тебе сегодня? Ну, ну Георгиевич. Че, начислил тебе? Ну, конечно, начислил, но я там ее оставил. Ну, как он так? Ну, нанюхал. Так, я не понял. Че ты хочешь выпить полстопочки? Шампанского. Не, вот. Я шампанское не пью. Вообще-то водочку я себе попросила. Вот, сок, шампанское, все, пожалуйста. Виноград. Фрукты. Че? Так он говорит, не пью. Не, ну все равно чистый там был, пониже. Не пью. Опачки. Нихуя. Кого я тебе возьму? Я не могу, я не выпью. А я тебе буду. Ну ладно. Знаете, вы берите. На. Вон. Так. Фрукты отламывай. На. Спасибо. Да было бы за что. А что не допил-то? Да я вот здесь. Я руки в волосах, я не смогу взять. Как-то у тебя Иришка прикольно делает. Вообще. Ты что, хочешь сказать, 6 лет назад почти? Ну, конечно. Охуеть. Будет прикольно на волос тебя посыгем. На волосом не хочешь. Вообще. Да как хуя, когда ты будешь последний раз лысый? У меня машинка есть. В 17 году. Его посыгем нахуй. Нихера. Че? Ну, а сейчас, братан, вот, твою девочку сделают куколкой. У нее будет прическа вообще на высшем уровне. Да, 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 да. Я вам открыли, говорю. И все, ну и все, и на Брянске. А можно вопрос? Подальше. А, они смогут на Брянские острова? На Брянские острова? Да. Блядь. Почему бы нет? Шубка далеко. Да, ну, нафиг далеко. Ну, до Канары точно. На своих 11-х не доеду. Да, доедешь ли. На Нары или на Канары? На Канары, на Канары. Кимони. Сейчас тебе парень сделает приезжачку. Вы если завидуете, завидуйте молча. Кому завидовать-то? Тебе только завидуешь, у тебя такая прекрасная жена. Конечно. Вот так. Так я и говорю, если завидуете, завидуйте молча. Так. А почему нельзя вслух? А что от тебя Танька-то убежала? А это интересный вопрос. А потом опять придет через полгода. Через полгода? Ну конечно придет. Да уже, уже поезд ушел. Ой, какой нахуй ушел, блядь. Ты ее по жизни запускаешь, ты же сердце-то у тебя доброе. Ты да, все только что душа доброе. Блядь. Мне то же самое Георгиевич говорил. Да ладно. И чё?
Ну что, обратно потом придет. Ну, Тань. Следующий Олег Монгол или я? Я. Видали, уважаемый Олег Александрович, дама на элеганте вообще. О, а мы окно закрыли. А то сам побежишь меня за кошками. Ну, придурок ебаный. Считай всех кошек. Пока. Смотрите, как она закрылась. Ну да. Хорошая. Не чувствую. Все, дурак. Смотри, сколько вы живем, нет моей, стилисты уже домой ходят. Да, все, 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 на заднице ровно варианты. Да не буду я. Пробовал. Да не буду я больше. Ну и так, и только. Лучше бы мандарин купил. Сказали винограда взять. Я поэтому и взял винограда. Где был Вова? Нет. Что-нибудь там? Когда эта хрень закончится? Когда укладка сняла. Ты что там, сам курик пьёшь потихоня? Ебанулась, что ли? Он закрытый стоит. А эти курицы что там делают? Курят! Хватит курить, я кнопку закрываю. Я ему сказал, могу. У меня сейчас будет на кошка выпадет, нахуй. Я их сама выкину. Кого? Козлов вы. Вот это в коридор зашел. Че, кошак перевернул, да, а? Пиздец! Сам чуть реально не задохнулся, блядь. Попал, попал, попал. Фу, блин, ты с собой принес, что ли? Я ж там напшикал и дверь закрыл. Ага, а зато здесь дерьмом теперь запахло. Ты прошел? Заебала ты. А тебя воняет, что ли? Не могу. Конечно! С туалета, блядь. Ужас. Ужас. Тебе ничего там подровнять не надо? Нет, не надо. Вверху или внизу? А есть желание? Найдем. Да, ты че? Нифига себе. Пока танки нету, можешь походить. Да и не будет. Хули ты, ха-ха. Ага. Что, блядь, зубы вставил в окно, что ли? Я жду, когда ты вставишь зубы. Да-ка я до больницы не могу добраться. Все, некогда. Ну-ка, красоль, да. Ну, япона, мама. Ну, что, Кирилл, спасибо тебе. Здоровья. Вот ты, елки-палки. Ну, все, паха. Все будет чики-пики. Так что приезжайте вот к этому стилисту. Пусть он вас тоже застригает. Все будет чики-мой. Все. Вот так вот, Пака. Принцесса, смотри, какая у тебя. Присаживайтесь. Блин. Блин, крышка-то с этой бутылки. Ты что, блядь,
Да где, под сколько день? Они же угнали, как обычно. Да почему? Ты ее набирал еще вчера. Я никогда, вот вы заметьте, никогда бы не поверил, что у меня будет личный стилист. Вот так ему и оставь. Вот точно, да. Не крича, так и оставь. Лишь лаком покрой. Никитка, в натуре молодец, пацан. А как же, прикинь, лаком. Делай красиво. И вообще, четко в руках. Вот про лака забыл. Киря. Я знаю. Я знаю, что не спят. Да где, под сколько день? Они же угнали, как обычно. Да почему? Ты ее набирал еще вчера ночью, нахуй, уже без крышки, но... Было 9800 и вот 100 рублей. Сейчас обогнету. Не лезь! Блять, надо было ему... Паша, сразу обмету. Антош. Пускай будет. Я тебе что, блять, открыта бутылка, как дурак, будешь стоять? Ну ты стой, на! Вот заебись. Я тут, блядь, посуду мою нахуй 2 часа, блядь. А он тут, блядь, с открытой бутылкой постоять не может. Блядь, оно уже киснет. Не протиснет, нахуй. Ты его, ну и. Кислого попьешь. Подумал, что обсеришься. Дети, молоко лакайте.